Сегодня площадь перед Уфа-ареной превратилась в громадную зону активности. Тут можно было повеселиться, участвуя в конкурсах на самый взыскательный вкус. За участие всем болельщикам давали памятные подарки, поэтому гости уходили отсюда с широкими улыбками на лицах. Очень хорошо оформлено, много всяких соревнований, поиграли во все, навеселились, уже в принципе пока не началось, очень довольны. Внутри арены также было множество интересных активностей. Так, один из партнеров КХЛ «Фойе» на втором уровне организовал небольшую хоккейную коробку, в которой надо было пройти испытание на скорость. Самым быстрым и проворным оказался воспитанник Юлаевской «Сдюшор» Павел Семенов. В награду он получил возможность выйти на лед в рамках мастер-шоу. Мне очень понравилось, да, я очень рад. Пригласили на лед. Все-таки не зря я занимаюсь этим делом. Настоящий интерес вызвала у зрителей организованная автограф-сессия с участием Кирилла Капризова и Дениса Зарипова. Известные хоккеисты легко и непринужденно общались со всеми желающими, а также успевали делиться своими впечатлениями о предстоящем мастер-шоу. Эмоции отличные, все-таки мы звезды, и радуемся, и получаем удовольствие. По первым впечатлениям очень хорошо все организовано, и я думаю, что праздник сегодня удастся. Игроки Салавата Юлаева стали одними из героев мастер-шоу. Уже в первом конкурсе «Круг на скорость» форвард уфимского клуба «Энвер Лисин» принес победу сборной «Востока». Он пробежал круг за 12,45 секунды, установив новый рекорд матчей звезд в континентальной хоккейной лиге. Конкурс на скорость вы выиграли. Специально готовились к нему? Нет. Мы просто хорошо тренируемся всегда. Игроки сборной «Востока» в этот день были неподражаемы и одержали убедительную победу над западниками со счетом 5-2, порадовав болельщиков, которые активно поддерживали своих любимцев. В общем, сегодняшнее шоу, как и все мероприятия недели звезд хоккея, получилось необычайно эффектным. Это большой праздник, много звезд, можно так сказать, лиги. И приятно находиться в их числе и участвовать во всем этом. I thought it was fun. Было весело, и мне кажется, публике тоже все понравилось. Я впервые участвовал в такого рода мероприятии. Было весело, мне понравилось. Уфа продолжает жить хоккеем в эти дни. До самой главной игры недели звезд осталось совсем чуть-чуть. Уже завтра на лед главного спортивного сооружения нашей республики выйдут лучшие игроки КХЛ в рамках 9-го матча звезд лиги. Эдуард Хизбуллин, Константин Данилов, хоккейный клуб «Салават Юлаев».